Дамы и господа, добрый вечер. На сцене заслуженный коллектив Республики Беларусь, президентский оркестр Республики Беларусь. Дирижер Виталий Кульбаков. Народный артист России, композитор Игорь Крутой. Моя огромная благодарность телеканалу «Россия-1» за то, что сегодняшнюю нашу встречу увидит вся страна. Большая радость то, что в зале находится моя семья и мои друзья. Огромное счастье иметь талантливых соавторов. И сегодня будет звучать поэзия Лили Виноградовой. Будет звучать поэзия Лары Фабиан, Андреа Бочелли, Анжелики Варум и даже сонет Шекспира. Для любого композитора огромное счастье, наверное, самое большое счастье, сочинять музыку для больших исполнителей. И сегодня именно тот вечер, потому что весь вечер мою музыку будут исполнять очень большие и очень великие певцы. И я желаю вам хорошего настроения. Выпито другим, но мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. О, возраст осень, он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне,
воображению поэт. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чуанства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной и непокорною отвагой. Уж сердце напилось иной, кровь отрезвляющую брагой. И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, чтобы я готов был и встречал его приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь без принуждения, без утраты. Иною кажется мне Русь, иными кладбища и хаты. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу, там ли, здесь ли, где ты, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. И господа, народный артист России Дмитрий Хворостовский. Oh,
Спасибо. Thank you.
Спасибо. 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 Встречайте, лауреат и обладатель гран-при международных конкурсов, приглашенный солист ведущих театров мира Юсиф Эйвазов. Cosa farà? Mi chiese il cuor, lei che dormiva stretta accanto a me. La seguirò, promise il cuor, e sarà nuova vita intorno a te. È un mistero e non si capisce. Обладательница блистательного сопрано, приглашенная солистка ведущих театров мира
народная артистка России Анна Недребко. Thank you.
красивую, красивую песню «Фантазия в моем королевстве». Композиция «Angels Pass Away», музыка Игоря Крутого, стихи Лары Фабиан, исполняет Анна Недребко.
Спасибо большое. Актриса Московского театра «Современник» Алена Бабенко. Ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Сонет Шекспира на музыку Игоря Крутого исполняет народный артист России Лев Лещенко. Обычной став теряет обоим.
состояние. Тебя встречал я песней, как приветом, когда любовь нова была для нас. Так соловей гремит в полночный час, весной на флейту завывает летом, весной на флейту завывает летом. Когда его мокнут излияния, но музыка звуча со всех ветвей, но музыка звуча со всех ветвей, обычной став теряет обаяние. Ярче, чем любовь.
нежнее слов поэта, блеск невинных слез, беспечных юных грез. Если сердце дышит, любви. Да я
народный артист Советского Союза, лауреат премии Грэмми Юрий Башмет.
женщина, ты книга между книг, ты свернутый, запечатленный свиток. В его строках и дум, и слов избыток. В его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовской напиток. Он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и славословит бешено средь пыток. Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной, ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ярем железный, тебе мы служим тверди гор дробя. И молимся от века на тебя. Встречайте, неоднократная обладательница наград World Music Awards Лара Фабиан. Маэстро. Lloras sin lágrimas.
Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Merci. Merci beaucoup. Merci. Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо. Огромное спасибо. Je suis
Grazie, merci beaucoup. Extraordinary music by Igor Krutoy. Merci à vous. Спасибо. Thank you, maestro, orchestra, thank you. Солистка Большого театра России, обладательница Всероссийской молодежной премии «Триумф», дипломант театрального фестиваля «Золотая маска» Алина Яровая. Cause
profumo che non c'è. Come la prima volta canto imitando il vento la mia voce avrà. La verità può spezzarmi il cuore, la sfiderò con la musica, ma accanto a me resta solo il mare. Non lo riesco a dire e tu non ci sei. Добрый вечер, уважаемые зрители. Спасибо вам за такой теплый, потрясающий прием. И спасибо нашему гениальному маэстро за такую прекрасную музыку. Игорь Крутой!
Se tu almeno fossi qui, quanto azzurro scoprirei, quanta forza troverei, ma sì, se tu fossi qui. Se un minuto almeno tu, un minuto non di più, mi ascoltassi capiresti che voglio solo te. Анна Недребко.
Ну что, танцевать будем? Давайте. Thank you.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Спасибо. Дамы и господа, встречайте, лауреат премии Грэмми, номинант на премию Оскар в категории «Лучшая песня» за работу в фильме Паула Соррентино «Молодость» Суми Чо.
Встречайте, Сумичо и Дмитрий Хворостовский. Спасибо. Дмитрий Хворостовский и детский хор Академии Игоря Крутого «Новая волна». Fantasia.
Senza vanità, senza crudeltà, il bambino che in me mi consolerà, mi aiuterà. Спасибо. Спасибо, мои хорошие. На сцене спасибо. Дмитрий Хворостовский и Лара Фабиан. De
каши поводы шарер, les colloires du bonheur, on se sait déjà sa drôle escalade.
Клара Фабиан. Extraordinary song by Mr. Igor Krutov. Спасибо. And for me, it's a great honor to sing this song that is in Russian in and that is sung around the world. I have the chance to sing it thanks to you. Глаза твои, как
зеркала смотрюсь, отражение потерять твое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе. Merci beaucoup.
Маэстро. Был еда. Когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман. В уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман. Священный сладостный обман души волшебное светило, оно сокрылось, изменило. Храни меня, мой талисман. Пускай же век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание. Храни меня, мой. Дамы и господа, встречайте, обладательница блистательного сопрано Анна Нетряпко. Thank you.
Эта песня, правда, одна из моих самых любимых. Ио кредо, я верю. На сцене Лара Фабиан, Сумичо и детский хор Академии Игоря Крутого «Новая волна».
Thank you. Спасибо. Спасибо. Thank you, Laura. Thank you, Sam. Thank you, maestro. Thank you. Thank you very much. Встречайте Сумичо и Дмитрий Хворостовский. Куда рита?
Спасибо. 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 На сцене Дмитрий Хворостовский, Лара Фабиан и Алина Яровая. Музыка Игоря Крутого. Thank you.
Ростовский, Лара Фабиан, Алина Яроваря. Дамы и господа, с вами были Лев Лещенко, Анжелика Варум, Сумичев, Михаил Ефремов, Алена Бабенко, Юсиф Айвазов, Анна Недревко, Юрий Башмен, детский хор Академии Игоря Крутого «Новая волна», президентский оркестр Республики Беларусь, дирижер Виталий Кульбаков, лауреат международных и всероссийских конкурсов хор Сочинского колледжа искусств, руководитель Ирина Миронова. В концерте прозвучали песни на стихи Лилии Виноградовой, Андрея Бочелли, Лары Фабиан, Анжелики Варум, Пасифика, Матео Куралла, Валерии Горбачевой. И, дамы и господа, народный артист России, маэстро Игорь Крутой.